Доброе утро. Я проснулась не так давно. Люблю поваляться. Обычно полчаса минимум валяюсь. Ой, читаю всякие комментарии. Проверяю все мессенджеры, соцсети. Сейчас их становится все больше и больше. Вот. Я люблю поспать. Особенно, когда у меня удобная мягкая подушка, моя любимая. Кстати, ортопедическая очень удобная. Я стала намного лучше спать, когда купила подушку специальную. Потягушки. Ну что, проведем день вместе? В душе мы уже вместе купались. Процедуры. Так. Да, я люблю спать с мокрой головой, потому что с утра мега просто какая-то кучерявая становлюсь. Зубы, первым делом. Хотя что я обычно умываюсь. Придется сначала почистить зубы. Так, ну что, я собралась, сейчас я еду первым делом кушать, завтракать, вернее, ну завтрак у меня может быть в любое время, многие об этом уже знают, это не обязательно должно быть утро, это может быть даже и вечер. Так, на улицу. Как всегда, изнурительная жара, просто невыносимая какая-то. О, 32 градуса. Это реально очень жарко. Еще при присутствии влажности это просто ад. Это я еще в тенечке. Сейчас я выйду на солнышко. О, все. Можно просто... О, очень жарко. Тропики. Пальмы, все дела. Бананчики. Ладно, погнала кушать. Встретимся за завтраком. Ну что, прокатилась на байке? Чем полгода назад. Так, я приехала в банк снять денежки. Для этого нужна карта и паспорт, и можно снять 100 тысяч бат. Банкоматы выдают максимум 20-30 тысяч бат всего лишь. Вот, поэтому я сейчас по банковским делам сниму денежку, чтобы жилье оплатить, и поеду кушать. Приехала в кафешку. Прикольно, что никто не понимает русский. Я могу без проблем говорить всякую фигню. Ладно, шучу. Приехала. Мой любимый холодный чай. В банке. Куча всяких иностранцев. Здесь. И там еще целая куча сидит. Вот, жду свой любимый завтрак. Любимый омлетик и тосты с джемом. Ням-ням-ням. А нет, не увидел. Не успела включить заранее, как она мне его приносит.
Ой, опять она мне тут тыковку вареную. Я сказала, что я люблю свежие, она все равно мне тут что-то приедет. Прифигачивает новенькая. Чай, холодный чай. Если кто-то еще не пробовал, куда-то поедете попробовать. Это безумно вкусный напиток. Я опять дома. У меня, как всегда, в планах то, что есть. У меня редко что идет по плану, поэтому я безумно не люблю что-то планировать. Сейчас пока сидела, завтракала. Меня приспичило сделать карту местного банка, поэтому я сейчас взяла документы, которые мне нужно, еду в банк, пока они не закрылись. Ну что, сделала карточку. Не совсем то, что мне нужно, но учимся на своих ошибках, буду выяснять дальше. Надарили мне всяких подарков. У меня карточка с миньонами будет вообще офигенская, сиреневого модного цвета, с такими классными желтыми миньонами. И еще дали какую-то типа а-ля сумочка, банка и, наверное, это полотенце. Короче, все презентики нам выдавали. Так, ну сейчас буду думать, что буду делать дальше. Я добралась до пляжа. Все, не знала, чем заняться. Решила сходить на пляжик и искупаться. Ну, не один из самых любимых пляжей, но тоже неплохой. Народу здесь очень много. Всякие палатки с едой, с вкусняхами, с соками. Вообще со всем, что хочешь. Сейчас пойду я себе джусик где-нибудь намучу. Панкейки. Нет, там не по адресу. Попался мне под ноги, чуть между ног не прошел. Маленький такой. Так, вот. Нашла. Сейчас будем заказывать, как всегда, любимый арбузный. Hello. Hello. Никого нет. I want juice. Они все... Тетенька на релаксе, отдыхала. Сейчас будет делать песок. Hello. One watermelon juice. Вот он мой watermelon shake. Смотрите, какая красота. Так, сейчас я сфокусируюсь. Thank you. Так. Блин, не видно его. Сейчас придется до пляжа дойти, показать эту красоту. Ну, чего такая засвеченная? Ну, чего он так быстро не улавливает? Эту камеру сильно перехваливает. Она снимает классно, но не успевает реагировать на засвет. Мы почти у солнца. Ну вот что вот я засвечена, как не знаю что. Вот, давай. Вот оно, солнышко. Как же я редко бываю на море. Песочек. Как закат, все начинают вылазить, фоткаться. Вот какая красота. Сегодня закат, я думаю, будет шикарный, потому что есть облака и солнышко очень яркое.
Да. Теплое. Кто на море? Анька на море. О, рыба плеска. Блин, лишь бы не цапнул, никто просто рыба хоп перепрыгнула. В душе мы уже вместе были. Сейчас на моречке вместе плаваем. День сегодня классно прошел. Вроде ничего особенного, но банковские вопросы какие-то разрешились. Ну, не совсем то, что хотелось, конечно. Ну, ничего, придумаем что-нибудь. Сейчас на закате. Правда, солнышка уже нету. Решила купаться. Вода просто безумно теплая. Мне кажется, днем она не такая. Когда солнышко заходит, она всегда намного теплее. Короче, я не знаю, что вам сказать. Я просто балдею, напила своего любимого сока. Так как на пляже бываю крайне редко, я безумно рада этим моментам. Ну, наверное, просто я не очень люблю плавать или, не знаю, тратить на это время. Да, наверное, когда я уеду с Таиланда, наверное, я буду об этом безумно жалеть, что не была здесь каждый день. Ну, по факту, езжу, когда есть желание, когда есть возможность. Это очень классно. Возможно, еще на массажах схожу, что будет безумным окончанием дня. Хотя, может быть, массаж это не последний сегодня. Короче, у меня все хорошо. Засиделась на пляже, уже темень. Меня даже уже плохо видно. О, вода шумит. Такие моменты прикольные. Можно посидеть, подумать обо всем на свете. Сейчас иду ужинать. Так, я сделала же сегодня карту, и я решила вам ее сегодня показать. Банк SCB. Блин, у меня даже лак на ногтях под цвет. Сейчас, кстати, сиреневый цвет в моде. Косметичек у меня несколько такого цвета. Плюс вещи какие-то есть. Мне безумно нравится этот цвет. Но самое интересное, что сама карта такого цвета, а на ней изображены, внимание, банана! Миньоны! Я тот человек, который готов оплачивать двойное годовое обслуживание, лишь бы у него была вот такая офигенная карта с модным цветом, вот с такими офигенными чуваками. Так что они сейчас будут всегда лежать в моем кошелечке. Блин, ну что делать? Это я. Так, ну что, заканчивается мой день. Теплый, светлый, жаркий, насыщенный всякими штуками. До массажа я так и не доехала. Засиделась на пляже, потом поехала, поужинала. Так хотела есть, что-то не до видяшки было. Скинула только в инсту, сторис. Вот, сейчас я с душка, посижу немного в интернете, домонтирую этот ролик, загружу его на канал, чтобы вы поскорее посмотрели. Кто этот вот? Мой тюленчик. Мы с ним уже знакомы. Ну что, ставьте пальчики вверх, если вам нравится мое видео, хотите продолжений. Ну что, пошла монтировать. Пока-пока. Увидимся в следующих сериях.